отправляем детей на отдых. Радостное событие. Детвора отдохнет. 8 детишек. Спасибо Татарстану. Мы туда их отправим, там отдохнут, познакомиться с культурой республики. Ну, потихоньку, вся детвора у нас отдыхает в городе Екатеринбург. Доброй дороги. Помехали, давай, помахали, давай. Все, до свидания, поехали. Сегодня очередная группа детей из города Лисичанск поедет отдыхать в Республику Татарстан. Несмотря на публикации про украинских пабликов, что Республика Татарстан кинула этот город и ушла, это неправда. Мы остаемся здесь, мы поддерживаем этот город, ремонтируем и обеспечиваем его жизнедеятельность. Победа будет за нами, мы победим.